щиро вітаю з радісним святом, днем народження Богородиці Матінки Ісуса Христа. Миру вашим сім'ям, миру нашому місту Одесі, миру нашій батьківщині Україні. Миру вам, миру вашим сім'ям, миру вашим родинам, миру нашому місту, миру нашій батьківщині Україні. Человечества. Украина сейчас находится на передовой войны за демократию и права человека. Путинская Россия не просто пытается растоптать непокорного соседа, не просто хочет силой укрепить самодержавную власть Владимира Путина. Не только это. Путинская Россия хочет растоптать само право на свободу и демократию. Путинская Россия хочет доказать всему миру, что тираническая власть может творить и с отдельными людьми, и с целыми народами все, что она захочет. Мы обращаемся к парламентариям демократических стран. Дайте нам оружие. Дайте, чтобы мы сами могли отстоять свою независимость и свободу. Хватит идти на поводу многочисленных агентов влияния Владимира Путина. Я прошу тех, кто за эту резолюцию, поднять руку. Спасибо.